Всем привет! Сегодня у нас четвертый выпуск блога нашего бизнес-инкубатора Chipay Hub, и у нас в студии основатель компании Invest Heroes Сергей Пирогов и Head of Research нашей компании Александр Сайганов. Ребята, привет! Привет! Я очень рада видеть вас в нашей студии. Расскажите, пожалуйста, вообще о компании и о продукте, которым она занимается. Ну, Invest Heroes — это компания, которая построила и с нуля свой дело research. То есть мы конкурируем с инвестбанками, с другими research-домами. Что такое research? Это аналитика по акциям российского рынка и по облигациям. Соответственно, мы находим возможности, которые слишком дешевые, покупаем их, там, советуем покупать. И находим там слишком дорогие компании, которые там, ну, не советуем покупать или советуем шортить. Соответственно, мы построили отдел, который состоит из 5 аналитиков, которые каждый покрывает свои отрасли. И, соответственно, добились того, что этой осенью мы официально попали в Thomson Reuters, сейчас называется Refinitiv, и начали входить в консенсус. То есть, иными словами, мы, ну, маленькой компанией создали независимую аналитику и пришли к этому просто через потребность от общества. То есть мы видим, что огромное количество наших сограждан, они начали инвестировать. Просто миллионы людей, миллионы ИСов были открыты за последние годы. И мы понимаем, что эти люди, они, ну, вообще ничего не понимают в фондовом рынке, и их удел, ну, если верить статистике, это убытки или маленькая прибыль ниже рынка. Соответственно, мы просто сделали сервис, который является для них адвайзером и говорит им о том, как же приумножить, не потерять, с чего начать и в какие финансовые активы разумно инвестировать. Вот расскажите, пожалуйста, как вот вы доказали свою экспертность, потому что инфопродукт — это все-таки очень сложный бизнес. Ну, здесь мы пошли по очень простому пути. То есть вот там, когда Apple делал iPod, он уже видел, что люди пользуются Walkman'ом, и, в принципе, там кассеты ходят, слушают. Просто кассету надо было на диск заменить, чтобы на кассету больше влезало. То же самое там, ну, сделали мы. Мы видели, что всегда успешный формат — это блог. И мы начали Invest Heroes просто с того, что начали вести большой телеграм-канал. И раскрутили его с 200 до 15 тысяч подписчиков, когда Telegram был на хайпе. И благодаря этому, и благодаря тому, что мы год давали какие-то рекомендации, показывали, и самое главное, мы вели публичные портфели, и многие люди просто их тупо копировали. Мы просто торговали то, что вот мы делаем, как там, типа, копи-пейст. И они заработали. То есть у нас в первый год портфель заработал около 30% на акциях. И с нами заработали, там, я уж не знаю, не 15 тысяч людей, но 1000, наверное, заработало. И у них это осело в памяти, они поняли, что вот это хорошая команда, после чего мы уже создали платный продукт. А вот расскажите, пожалуйста, именно о платном продукте. То есть правильно я понимаю, что это как подписка на аналитику, да? Да, человек покупает подписку, он может читать наши отчеты по каждой компании. Внутри отчета мы рассказываем, сколько компания стоит, по нашему мнению, справедливо, и рассказываем, почему. То есть, собственно, наше конкурентное преимущество здесь перед там инвестбанками и прочими, мы стараемся писать языком, который доступен обывателю, который там не занимается профессионально финансовыми рынками. То есть мы там пишем показатели, объясняем, что это значит, объясняем логику, почему это так происходит. Мы вообще на русском пишем, а не на английском часто. Это удобно, потому что большинство не выпускает аналитику на русском, мы как раз пишем о российском рынке на русском. А сколько стоимость данной подписки? Около 200 долларов в год. То есть в целом идея в том, что она для любого человека делает всю домашнюю работу по инвестированию. То есть вот, допустим, если ты покупаешь акцию, тебе нужно следить за ней, да, там, а что с ней случилось вчера, а какую новость там сказали, а что совет директоров сказал, а как отчетность там вышла, какая хорошая, плохая, почему. И, условно говоря, что мы делаем, наш смысл сервиса, что есть команда, которая это все делает, переваривает и просто вовремя высылает тебе в виде отчетов, чтобы тебе было легко, элементарно следить за тем, что происходит, быть в курсе и принимать только решения, типа там хочу, покупаю, хочу, продаю. Соответственно, главная цель, чтобы клиенты именно зарабатывали благодаря подписке. То есть все это мы делаем не просто, чтобы они были умными и все это понимали. То есть многим как бы не нужно это все понимать. Они должны просто понимать, что это там сказывается хорошо или плохо для акций, которые в портфеле, и что в какой-то момент мы им подсказали, что вот это событие может произойти, оно очень опасное, лучше там закрыться. То есть у вас как бы, ну, основная конкурентоспособность, то есть основное конкурентное преимущество — это именно то, что вот ваша аналитика, она доступная, да? Ну, у нас, ну, есть как два бы в плане факта. Язык есть, доступный, написание. Первое, она несложная, она адаптирована, чтобы ее понял каждый.
Второе, у нас есть суппорт, и все наши клиенты получают, могут, ответы от аналитиков. То есть ни один инвестбанк так не делает. То есть там, условно говоря, банк там любой пришлет просто имейл и скажет, вот там, почитай. Но он не ответит тебе на вопрос. Это, ну, как бы очень важный элемент. Второй важный элемент – то, что мы показываем портфели, которые зарабатывают на наших же идеях. То есть мы показываем, что применяя эти идеи, можно реально делать деньги. И вот эта связка – там то, опять же, чего многие не делают. И третье, что мы выступаем на рынке как покупатель. Это означает, что когда многие, ну, брокеры делают research, у них, это, у них нет цели, чтобы клиент, строго говоря, заработал. Им, они зарабатывают на комиссиях с клиента, то есть, условно, там, за плата за транзакцию, за каждую там, покуплю или продажу, они имеют свой комисс. Соответственно, их задача, ну, вообще так, чисто бизнесовая, это максимизация клиентов, их объема денег и комиссов. То есть, чем быстрее вертится деньга на счету клиента, тем круче брокеру. У нас задача совсем другая. Если у нас идеи неприбыльные, то клиенты массово и быстро нас покинут. Соответственно, клиент понимает, что у брокера он видит много разных идей, но у брокера как бы с ним не в одной лодке, а вот мы идеально в одной лодке. Ну, это прям такая клиент-ориентированность очень. Ну да, наша цель... Это основа бизнес-модели, да. Поэтому мы работаем, все наша цель, чтобы сделать людям хорошо, чтобы они заработали. Соответственно, когда в основе лежит какая-то ценность, которая там реальная ценность для людей, то за это платят. Да, то есть, по сути, у нас сейчас около 600 клиентов, которые платят $200, хотя можно зайти в интернете и найти инвест-идеи бесплатно. Просто вот там, не знаю, какой-нибудь там банк говорит, купи вот эту акцию. Мы делаем то же самое, но мы поясняем, у нас нет конфликта интересов, и мы делаем это понятно. Это генерит нам клиентов на то же самое, что, по идее, можно вот там как в интернете зайти, найти за ноль. А вот вы планируете как-нибудь расширять свою продуктовую линейку или пока что только на подписке останавливаетесь? Мы планируем сделать следующий шаг. То есть наша стратегическая цель – это не только research, не столько research. Мы просто, для нас это просто ключ к входу на рынок. То есть уже сейчас у нас есть стратегии, которые зарабатывают клиентам через сервисы автоследования, и там есть доходность. Наша цель – это чтобы наша команда управляла средствами через там, 2-3 года порядка 5-10 миллиардов рублей. Это наша стратегическая цель. Соответственно, наша цель – это стать фондом, управлять средствами клиентов, зарабатывать. Доверительное управление, да? Ну да. То есть идея в том, чтобы, что изначально люди очень не доверяют финансовым рынкам в России, поэтому они пробуют все это сами. Но практика показывает, что пройдет пару лет, и они понимают, что, в общем-то, нет смысла, если ты как бы, ну, просто доверяешь чьим-то советам, нет смысла делать это самому, можно заниматься своей жизнью, своей работой, потому что это тоже занимает время. Это практически то же самое, что найти доверенного там, врача или адвоката, когда вот, ну, ты там, условно сначала ходишь к доктору и проверяешь его по Википедии, а потом понимаешь, что ну, что ерундой заниматься, ну, как бы нормальный дядька там, нормально лечит. Такое интересное сравнение, честно говоря, первый раз слышу, когда вот сравнивают доверительного управляющего и как бы доверительного аналитика. Доверие – основа. Нет, я согласна полностью. В общем, насколько я знаю, вы оба выпускники именно финансовых и экономических вузов. Да. И вот расскажите, пожалуйста, вот что бы вы посоветовали студентам, которые вот тоже, возможно, хотят открыть свой бизнес в подобной сфере, именно в сфере аналитики? Саш, что посоветуешь? Первое, что я посоветую, понимать, ну, границу рентабельности этого бизнеса, понимать, что кадры в этой сфере достаточно высокооплачиваемые. Поэтому нужно пошагово заниматься масштабированием бизнеса, там, пошагово брать на себя ответственность. То есть там, не говорить сразу, что я сейчас найму 5 аналитиков, а потом буду искать для них клиентов. То есть наша аналитическая команда, она уже росла постепенно, мы не начали сразу с 5 человек. Ну, мне кажется, второй важный момент – это рентабельность. То есть в информационном бизнесе высокая рентабельность в любом, если ты продаешь что-то, какие-то знания, информацию и так далее. Но очень важно понимать, что как бы любой стартап, его проблема – это то, что он не может охватить весь рынок. То есть если бы мы могли там смс-кой или там в ухо всем гражданам России сказать «покупай Invest Heroes», вот, тогда бы у нас было, наверное, сразу больше клиентов, и там, ну, мы бы быстрее там вышли на какие-то показатели, к которым мы только стремимся. По факту, если ты стартапер, у тебя всегда ограниченный бюджет на маркетинг, и поэтому ты можешь продвигаться либо через бесплатные источники, либо через, ну, какие-то платные, ну, там, перформанс, типа в интернете, там, не знаю, ВКонтакте и так далее.
И это означает, что у тебя будет изначально не так много клиентов, и тебе проще уделить им внимание и взять с них больше денег или выбрать из всего рынка тех людей, кто более платежеспособен, чем как бы поставить низкий ценник и ставить на массу, потому что эту массу ты просто не охватишь первый год, ну вот как ты не старайся. А вот есть какие-нибудь, вот, знаете, типа вот ключевые навыки, которые вот нужны именно человеку, который вот хочет стать вот либо аналитиком, либо вот открыть свое аналитическое агентство? Все нужно ему, наверное, на начальном этапе придется самому вот заниматься именно как бы производством продукта, если это можно так назвать. Если он не разбирается в аналитике, он не сможет это сделать просто. Суть предпринимательства в том, чтобы организовать людей, чтобы они делали какой-то продукт, который востребован. А как бы суть в том, чтобы понять, что он нужен. Условно говоря, прийти на пляж и видеть, что там нет мороженого. Вообще нет. Ну да. Потом ты можешь там не обязательно уметь делать мороженое, ты должен просто знать, где его найти и как сделать так, чтобы оно там прибыло, и в итоге там стоимость мороженого была больше, чем себестоимость, чтобы ты его достал. Может быть, ты его привезешь, может, ты сам его сделаешь, неважно. Но фишка в том, что если у тебя нет экспертности, то, условно, продавец мороженого может нарушить технологический процесс или там завысить цену, и ты его на этом не поймаешь. Поэтому, по сути, очень важна экспертность, как бы у основателя очень важна, чтобы твоя команда, условно говоря, ты ставил ей адекватные цели. И не заниженные, и не завышенные, но чтобы все двигалось. И как бы дальше нужно уже заниматься организацией. Поэтому нужен опыт, вот как основа этого. А еще вторая вещь для предпринимательства, вторая важная, это ну, определенные какие-то, ну, то есть все равно связи. То есть я пришел к тому, чтобы основать компанию, то есть там в 30 лет, не в 25, просто потому что я понял, что для того, чтобы бизнес, он все равно состоит из сделок. Чтобы заключать сделки, нужно доверие. И ну, в редких случаях все люди хотят сделать с тобой сделку, если у тебя нет ничего уникального, что они могут найти без тебя. А второй способ получить сделку – это доверие. Когда они уже с тобой работали, ты показал себя хорошо в рамках другой организации, просто как сотрудник, как сотрудник с сотрудником. И потом ты перейдешь к этому человеку, и он там тебя выслушает и совсем по-другому отнесется к этому. А вот если не секрет, вот сколько вы вложили на начальном этапе? Я думаю, что вот на самом начальном, ну, наверное, меньше миллиона. Но это был маркетинг в Телеграме, я вот просто честно скажу, это просто была покупка рекламы, чтобы другие каналы репостили нас, то, что бесплатной рекламы там нет, по факту. И это просто, ну, условно говоря, тебе нужно отправить там кому-то на карточку денежку, чтобы он написал, что там читайте канал такой-то. А у вас основной канал, ну, вот именно продвижение, только Телеграм или что-то еще есть? Вообще есть несколько источников. Просто Телеграм это то место, где мы появились изначально. Поэтому это как основной флагманский источник остается. Так у нас есть Инстаграм, ВКонтакте, сайт. Да, и цель это как раз, ну, то есть мы сейчас активно развиваем сайт, чтобы выйти за пределы Телеграма, потому что Телеграм это все-таки мессенджер, ну, то есть очень там функциональный, крутой, но тем не менее это мессенджер. А ну, цель нашего продукта это распространяться как, ну, через веб, через мобильный веб. И вот такой, так сказать, заключительный вопрос. Вот как вы считаете, какие вообще вот необходимы, так сказать, 5 ключевых навыков для того, кто хочет заниматься именно аналитикой? И что ему нужно изучать для этого? Вот как вот в вашей сфере? Нет, ну, тут вопрос навыков или знаний. Это разные вещи. Ну окей, навык моделирования 100% нужен. То есть ты должен понимать, как работает Excel, должен знать там основы математики. Что будет, если там умножить на темп просто одну цифру, там, какая получится. Ну, в общем, должен разбираться в формулах, в Excel, знать моделирование, это там must-have, это первое. Второе, ты должен знать корпоративные финансы, то есть у тебя должен быть навык там, работы с отчетностью на там, свободном уровне, то есть ты не должен там, пугаться ее, должен понимать каждую строку, где что можно найти, где что можно посмотреть. Третий навык, это навык гугления. Очень сложный, очень важный, то есть ты должен, если ты аналитик, у тебя нет доступа к какой-то там, секретной внутренней информации компании, ты не инсайдер. Соответственно, ты работаешь с той информацией, которая есть публично, то есть ты должен быть способным там и позвонить IR, поговорить с ним, узнать у него что-то, как что-то работает в бизнесе компании, и найти в интернете какие-то цифры по там, каким-то старым или актуальным данным компании, например, там, как у нее контракты заключены, какая доля привязана там, к ценам на газ, какая цена на нефть и так далее. То есть навык гугления. Четвертый навык – доклады информации. То есть аналитик должен уметь писать хороший текст, который не является водой, который понятно доносит до читателя мысль.
Это, в принципе, то, что вот мы делаем и стремимся делать лучше постоянно. Как ты заметила, то есть канал у нас ведется так, чтобы он был понятен простым языком. Соответственно, ресерчи тоже пишутся так, чтобы они были понятны простым языком. Ну и от аналитики нет никакого толка, если ее не поймет клиент. Поэтому этот навык тоже нужен. Я добавил бы несколько таких не hard, а soft skills, но очень важных. Первое. На финансовых рынках вообще, если заниматься этим, нужно этим просто гореть. То есть нужно реально стремиться изучить и познать эту штуку. Они очень многогранные, очень связаны с реальной экономикой. То есть для того, чтобы быть хорошим аналитиком, нужно порой применять нетривиальные подходы к анализу. Ну, то есть, например, хочешь проанализировать компанию А, все про нее узнал, ну, приходишь к начальнику, он тебе говорит, ну все круто. А на самом деле, говорят, так, ты не смотрел компанию Б, которая поставщик компании А, и через нее косвенно не просчитал, ты не посмотрел на компанию С, которая и покупатель компании А, и так далее. То есть нужно очень иметь гибкость ума, а для этого нужно хорошо понимать вообще экономику, все взаимосвязи, то есть не только там на уровне микро, а на уровне макро, на уровне там, откуда берется там валютный курс, там откуда берется еще что-то. То есть вот это очень сильно добавляет. Вот. Вторая история, я считаю, что в аналитиках должна быть какая-то соревновательность. То есть вот если взять просто людей, которые ей занимаются, как правило, они из людей, которые умники, или которые такие там что-то. А я вот еще больше знаю, там вот это вот. Ну вот их просто статистически больше, по моим наблюдениям. Третье – это реально аналитический склад ума. То есть нужно быть монстром мышления, и там считать в уме, там, перемножать в уме и делить в уме, там, не знаю, еще какие-то вещи знать. То есть, как правило, там это люди математики, люди цифры. Вот. И последнее, наверное, терпение и все остальное такое. То есть, вот это, как в других, наверное, аналитических вещах. То есть люди, у которых получается с программированием или там физикой, они потом хорошие аналитики. Я полностью согласна, это такие достаточно сложные для развития навыки, но очень полезные, которые помогут, наверное, не только в аналитике, а еще в любом другом деле. Спасибо вам большое за интервью. И у нас такой традиционный вопрос. Вот расскажите на 30 секунд, почему инвестор должен вложиться именно в вашу компанию? Все просто. Мы единственная компания на рынке, которая не все равно, что будет с ее клиентами. И только поэтому они к нам приходят. Такой ответ. 10 секунд. Достойно. Спасибо вам еще раз большое, что уделили нам время. Мы от нашего бизнес-инкубатора желаем вам только успехов, развития. Приходите к нам еще обязательно. Спасибо. Обязательно.